Десногорские 11-классники попрощались с детством и школой. В честь этого радостного и немного грустного события в школах были организованы концертные программы. Ученики первой школы 11 А и 11 Б классов подготовили для своих учителей и родителей последний в школе концерт. Ребята выступили на сцене в роли ведущих новостей и всю программу показали зрителям в виде новостного сюжета. Теплые и искренние слова прозвучали в адрес директора школы Ирины Сысоевой. Она, в свою очередь, поздравила выпускников значимым для них событием. Дорогие ребята, это ваш праздник. Мы хотим вас поздравить с этим праздником. Пожелать вам исполнения всех ваших желаний, чтобы сбылись ваши мечты. Присутствовали на празднике почетные гости. Глава города Андрей Шубин обратился к выпускникам с напутственной речью. Желаю вам хорошей сдачи выпускных экзаменов. Творите, дерзайте во благо и процветание родного города. Многочисленные репетиции последнего звонка не прошли даром. Концерт был ярким и веселым. Выпускники много пели, показывали смешные сценки и даже смонтировали собственный фильм под названием «Опоздавшие». Каждому учителю школьники подготовили тематическое поздравление. Здравствуйте, Галина Николаевна. Ваши глаза цветом северного неба. Я хотел бы вас обрадовать. Я сдаю физику. Концерт в честь последнего звонка ребята сделали веселым и очень душевным. Впереди их ждет сдача экзаменов и совсем другая, уже взрослая жизнь. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.